И в завершении выпуска штормовое предупреждение. Зима, похоже, не собирается отступать. 17-19 марта синоптики прогнозируют на территории области сильный ветер 15-20 метров в секунду. Местами его порывы могут достигать 23-28. Ожидается низовая метель и гололед. В департаменте по чрезвычайным ситуациям рекомендуют принять все меры безопасности, взять под особый контроль детей и по возможности не покидать пределы населенных пунктов.